Последние 1000 лет истории России показывают, что избежать хищения нельзя. Может быть, кто-то знает рецепт, но до сих пор это ни у кого не получалось. 90 миллионов, то есть 3 миллиона долларов хищения при строительстве Большого театра – это издевательство. Я не сомневаюсь ни одной секунды, что украдено было как минимум на порядок больше. На самом деле, думаю, что не на порядок, а на 2 порядка больше. Можно ли избежать скандалов вокруг Большого театра? Ну, если артисты Большого театра будут реже плескать серной кислотой в лицо своему главному режиссеру, то скандалов, наверное, удастся избежать. Если же плескание серной кислотой в глаза считается новым художественным приемом, таким новым балетом, ну, тогда это надо представлять как балет, как такой арт-хаус, или как теперь называют. По мне, так это просто попытка убийства. А так что ж, попытка убийства, хищение, воровство. Большой театр на высоте.